А вот и на строительство детского хоровода фонтана. С другой стороны уже здесь уложены газоны, плитка, ведутся чистовые работы. Много проверяющих, контролирующих и строящих людей, техники полно. А вот тут в своей очереди, кстати, займут на фонтане знаменитые лягушки. Раньше такие были на кольце скоростного трамвая, на тракторном был такой фонтан, и они были по диаметру, по периметру. Вот укладывают, видите, как шлифуют мраморный фасад фонтана. Ну, работы еще много. Засыпки надо сделать.